Разнообразные воркшопы, концерты, лекции и встречи с известными личностями. Бобруйчанам будет куда сходить и на что посмотреть. Одно из самых ожидаемых событий – участие президентского оркестра Белоруссии. 15 ноября артисты проведут мастер-классы в детской школе искусств имени Оловникова. Образовательная часть марафона будет представлена проектом «Нескучные не лекции». В пятницу именитые спикеры посетят механико-технологический, автомеханический и аграрно-экономический колледжи. Громкая инновация развернется на заводе КПД. В производственном цеху впервые пройдет концертная программа под девизом «Разом працуем, разом спеваем». Окунуться в военное время позволит интерактивная выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах», представленная издательским домом «Беларусь сегодня». Масштабная экспозиция расположится в Бобруйском художественном музее, а также 16 ноября ее можно посетить на площадке перед Бобруйской ареной. Выставка основана на проекте «Партизаны Беларуси». Она позволяет молодым людям прикоснуться к реальной истории Великой Отечественной войны. Проект создан с целью сохранения исторической памяти как одного из скрепов нашего единства, народного единства у нас в стране. Молодежи будет возможность не только прочитать представленные на выставке наградные листы и боевые характеристики, но и самим попытаться отыскать интересные сведения о своих родных и близких, которые участвовали в партизанском движении. Выиграть билеты на концерт можно, приняв участие в розыгрыше на Зефир ФМ. На волне 95.4 они проходят ежедневно с понедельника по пятницу в 9.30 и 13.30. Слушателям предлагают ответить на вопросы, связанные с историей города. Также за заветными квитками можно обратиться в профсоюзный комитет на предприятии. Условия очень простые. Вы ловите вопрос от ведущего, правильно присылаете ответ на короткий номер 9544. Если ваш ответ не только правильный, но и пришел раньше остальных, билеты пригласительные достаются именно вам. С утра мы разыгрываем пригласительные, два пригласительных на двоих, а днем в 13.30 один пригласительный на двоих. То есть таким образом 6 человек могут заполучить заветные билеты. В субботу возле Бобруйской арены с 10 утра до 10 вечера будут работать развлекательные площадки, фудкорты, квест от БРСМ и розыгрыши призов. Завершит марафон музыкальное шоу «Время выбрало нас», в котором примут участие популярные белорусские исполнители. Концерт начнется в 6 часов и станет фееричным аккордом праздника единства и творчества в Бобруйске. Юлия Вернер, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.